Путин уверен, что присутствие США в Афганистане полезно для безопасности. Просто охренеть не встать. Да, вот как, какой двуручник, честное слово. То американцы там злодеи такие, то, значит, все классно. У американцев все прекрасно, да, и для Путина безопасно. Афганистан поставляет в Россию почти 100 тонн героина каждый год. И это четверть всего мирового героина, да. Вот основные поставки героина идут через Россию. Путина это вполне устраивает. Почему? Потому что Соединенные Штаты никак на это негативно не влияют. Путин рассказал о помощи США в предотвращении терактов в России. Как раскланивается, какая прелесть, что США в Афганистане, какая прелесть, что, представьте, как за яйца человека ухватили, и сразу с ракетами заднюю включил, и прочее, прочее, что только готов делать. Знаете почему? Зассал. Байден может выиграть, понимаете? Очень сильно зассал. Потому что сейчас нужно всячески демонстрировать. И, во-первых, очень важно, да, что, чтобы Трамп сказал, да не, видите, вот он дается, гладится, все нормально, да, такой хороший мальчик, на все согласен и прочее, прочее. Очень интересно. То есть наехали на него, похоже, круто, да, сидел-сидел в бункере, так наехали, что и готов и ракеты убрать, и всех полюбить сразу, да, и в Афганистане все правильно, и тут тоже везде все отлично, и американцы молодцы, все теракты предотвратили. Путин предложил США компромисс по развертыванию ракет в Европе. Да, то есть Путин не разворачивает 9М729, а значит НАТО тоже там не развертывает в Европе ракеты. Но я думаю, что пока никаких компромиссов такого рода ну, не будет, да. То есть НАТО, я думаю, и США будут действовать в своих интересах, если им, ну, пока выборы, конечно, интересно сказать, что там давайте, мы согласны на год на мораторий, конечно, да, потому что нужно паузу вот эту вот, надо выборы пройти, а потом, я думаю, что никто ни на что не согласится. Ну, потому что понимает, что Путин хочет обмануть, что Путин никогда слово держать не будет.